Всем привет! Добро пожаловать на канал! В этом видео я хочу с вами поделиться тем, что я связала за прошедший месяц, а также рассказать о том, как проходит моя борьба с недовязами. В планах на апрель у меня было доделать 5 недовязов и связать 5 маленьких игрушек из тех, которые я еще не вязала. В рамках борьбы с недовязами я доделала 2 вот такие лапки. Это лапки для второго такого оленя. Олень связан по мастер-классу Людмилы Журавлёвой. Когда я пересматривала прошлый ветвлог, я поняла, что про участие в марафоне «Дикий лес» я вам рассказала, а игрушки показать забыла. В этом марафоне за прошлый месяц я связала пупса, мастер-класс Антонины Наймановой, также зайку, зайка по мастер-классу Людмилы Журавлёвой. Бегемота. Бегемот по мастер-классу Екатерины Черковой. Также я связала чайку. В мастер-классе она была из плюша. Я связала из акрила. Также в этом марафоне был связан щенок по мастер-классу Виктории Кравченко. И серый волк. Волк связан по мастер-классу Светлана Гребневой. Щенка и волка я оформляла и собирала уже в этом месяце. Остальные игрушки были связаны в прошлом месяце. За этот месяц я успела победить один недовяз. Мне очень нужны были нитки именно этого оттенка, и я его распустила. Еще за этот месяц я связала 3 вот таких очаровательных тюленей, 2 из плюшевой пряжи и 1 из софти. Также в рамках борьбы с недовязами я подобрала для таракана бабушки из позапрошлого вязовлога 2 варианта пряжи. Возможно, я даже остановлюсь на 3-м каком-то варианте. Из тех мастер-классов, которые я давно хотела связать за этот месяц, я связала мухомор. Мухомор связан по иностранному мастер-классу, автора я укажу под видео. Но на русском подобный мастер-класс также есть. На одном мухоморе я не остановилась, связала еще один. Этот также связан по иностранному мастер-классу, автора также укажу под видео. И потом мне попался вот такой вот с канала Зайкин Дом. И я не смогла остановиться на одном мухоморе, связала таких 2. Также я связала вот такие вот пельмешки. Пельмешки связаны по мастер-классу Маришки Плехановой. И еще я связала хинкали. Хинкали я хотела связать очень давно. Автора укажу под видео. Также по мастер-классу с канала Вика Вяжет я связала вот такие вот крендельки. На одном я остановиться не смогла и связала 5 штук. Также за этот месяц я связала вот осьминога. Это микс из нескольких мастер-классов. И повторила 2 маленьких. Это мастер-класс с канала Анны Полозняк. Все по просьбе в комментариях. Я связала вот такого гуся по мастер-классу с канала «Сказочная страна Амигуруми». Также в этом месяце я связала жабок. Жабки связаны по мастер-классу с канала «Тепло и уют Татьяна», и их у меня 10 штук. Также в этом месяце я готовила мастер-класс. Мастер-класс на вот таких вот котиков. И за то время, пока я его записывала, я связала 3 котиков. Мастер-класс доступен в донатах нашей группы ВК. Либо его можно купить отдельно. В том числе и у нас на Бусти. Кстати, как вы думаете, как можно назвать этих котиков? Еще в этом месяце я связала 2 звездочки. Звездочки связаны по иностранному мастер-классу. Автор я укажу под видео. Но на YouTube много похожих мастер-классов в видеоформате. И также
пока я готовила свой мастер-класс на вот таких вот котиков. У меня связались вот такие, на них мастер-класса пока нет, но планируется. В итоге в этом месяце план по недовязам я не выполнила, хотя продвижение, конечно же, есть. А вот по тем игрушкам, которые я давно хотела связать, я перевыполнила план и связала целых 7 видов. Из планов на этот месяц у меня связать 2 хлопковые игрушки и доделать 3 недовяза. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Также будем рады видеть вас в других наших соцсетях. Ссылочки будут внизу под видео. Всем пока-пока. До новых встреч.